За плечами детского сада номер 2 города Чебоксары большой и достойно пройденный путь. Свою работу детский сад начал в начале февраля 1987 года и совсем недавно отпраздновал свой 30-летний юбилей. На протяжении десятилетий накапливался и реализовывался профессиональный опыт, что помогло учреждению создать дружный, сильный коллектив педагогов с богатыми традициями. Детский сад уже 30 лет оказывает коррекционную помощь детям, которые имеют нарушения в развитии. И я думаю, что это очень важная веха в развитии нашего детского сада. Это не только юбилей, но это время подведения итогов, это время, когда мы строим планы на будущее. И я думаю, что с тем коллективом, который у нас сейчас сложился за эти 30 лет, надо сказать, что у нас достаточно стабильный коллектив, имеющий высокий профессиональный уровень. И с этим коллективом мы сможем решить любые задачи. И в будущем нас ждет только удача и победы. Свой юбилей в этот день отметил не только детский сад. Эта дата особенно значима для одного из педагогов образовательного учреждения Ирины Лобановой, поскольку совпала с юбилеем ее педагогической деятельности. Она одна из немногих, кто стоял у истоков развития детского сада и помнит, как все начиналось. Я пришла в детский сад, здесь были полые стены, мы отмывали, можно сказать, детский сад, готовили его к открытию, а сейчас детский сад не узнать. Он радует своей речевой средой, своим оформлением. Здесь уютно, радостно. Созданы все условия для успешного осуществления коррекционной речевой деятельности. Юные воспитанники детского сада с радостью праздновали юбилей родного садика. Так мальчик Ваня принимал участие во всех концертных номерах. Пел, танцевал и веселился от души. Юный артист поделился, что очень любит занятия в детском саду и своих воспитателей. У нас очень хорошие и добрые воспитатели. Светлана Владимировна, Наталья Николаевна, Венера Владимировна. Мне нравится ходить в детский сад. Юбилейная дата для замечательного коллектива Чебоксарского детского сада номер 2 – это не только серьезный анализ пройденного пути, но и взгляд в будущее, определение новых ориентиров. 30 лет – это возраст сложившихся традиций, время подведения первых итогов педагогического опыта и радости за успехи своих воспитанников. Анастасия Соколикова, Андрей Орлов, «Жизнь столицы».